Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Всім привіт! Мене звати Андрій Науменко. Мені 25 років і я з міста Вінниця. Я рок-виконавець і це моя перша сторіс на голосі країни. В этом сезоне уже много сильных рокеров выходило на сцену «Голоса». И все они попали в команды, в основном коллегу Венду. Он ищет мощных рок-исполнителей. Я понимаю, что на пятой неделе в командах уже очень мало мест, и развернуть тренеров намного сложнее. Но я готов разнести эту сцену не меньше, чем все рокеры, которые уже участвовали в этом проекте. Потужна група підтримки! Ребята, привіт! Тебе чекає шлях до твоєї мрії. Куда? На велику сцену. Вперед! Спасибо. Перезавантажуй своє життя! Музика – это важная часть моей жизни. И я не могу упустить сегодня этот шанс. Я покажу весь драйв, который я чувствую, и докажу, что я достоин звучать на голосе страны. Класна підтримка. Підтримуй, так, так. Це реально крутий виконавець. Як звати взагалі? Андрій. Звідки? З Вінниці. Я знаю, в Вінниці всі так співають. Я знаю. Вот в чем подвох шоу «Голос», да? Когда мы слушаем, но не понимаем в целом образ. Но когда поворачиваешься, вас хочется еще слушать и смотреть. Спасибо. Это тот момент, когда я действительно жалею, что не повернулся к вам. Не знаю, выбрали бы вы мою команду, повезло бы мне так. Но Наде и Олегу очень повезло за то, что имеют возможность бороться за вас. Поэтому я вас поздравляю, вы уже в «Голосе». Спасибо. Очень интересная личность. О, боже мой. Я отхожу от вашего выступления, честно говоря. Я так рада, что я повернулась в самом начале, потому что я имела возможность увидеть это выступление, правда. Потому что, безусловно, на вас нужно смотреть целостно. Вы настолько честный, какой-то
прям оголенный нерв. Вы очень крутой, вы стопроцентная звезда для меня. И я уже вижу на вашем выступлении миллионы просмотров на YouTube. Очень хочется с вами поработать. Я думаю, что вам ко мне в команду. Спасибо. В нашій країні дуже багато виконавців, але мало рокових, ті, які вміють тримати струну, натягнути. Я повністю согласен з вами. Голос для рока має бути сильним. Те, що я хотів почути оцей верх, вау, наскільки з драйвом. Спасибо большое. Тепер мені потрібно вирішити. Обирай, будь ласка, так. Давайте, может, оператору предложение сделаем насыщенный такой кадр между вами. Сделаем смотри, шот, какой... а я между вами. Смотри, какой окружаюсь в раздуме. Він реальный шоумен, слухай. Да. Я в шоці, я в шоці. Андрій, хочу сказати, що ти дуже крутий. Це просто те, що я шукаю. Я впевнений, що я можу зробити з тобою круті речі. Круті. Спасибо. І Україна знає про такого чудового виконавця Андрія. Спасибо. Андрій. Для меня ты идеальный диджитал-персонаж. Я очень хочу тебя в свою команду. Ты мне нужен, потому что ты настоящий. Спасибо, спасибо тебе. А мне ты казала, что любишь Диму Монатика. Я люблю Диму Монатика очень сильно. Мне наказала. Но здесь же мы конкуренты. А, так и так. Так и так. Андрей, решай. Обирайте або Олег, або Надя. Я выбираю Надю. Спасибо большое. Олег, и вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо тебе за это. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Спасибо. Навзаем. Молодец. Надя, поздравляем. Надюшка, ты сегодня моя. Вітаю. Вітаю. И если что, звертайся. Дякую. Я тебе вітаю, дай 5. Спасибо. Дай 5. Дивись, як твої радіють. Клас, вітаємо в голосі. Спасибо. Іди готуватися до боїв, ми скоро побачимося. Надюш, рок звезда у тебе в колективі. Слушайте, ну он правда, он... Взаимная любовь. Спасибо. Он же такой трушный, настоящий. Я так рада, что я в самом начале повернулась, что я смогла увидеть, потому что я так честно признаюсь, иногда поглядываю и смотрю на глаза девчонок, и они прям сразу сверкали. И я ощутила это. Ох, Надя, ты умеешь, научилась это все равно. Ой, Олеже. А что такое, что, Надюшка? Будемо батлитися. Батлитися. Тут тільки так. Зрители, поддерживайте, пожалуйста, ребят, больше. Благо, не случайно доступен час. Молодец. Шукаємо далі, Олег. Отже, це трапилось. Ми перезавантажили голос країни. Для того, щоб відкрити для вас нові, неймовірні, особливі таланти, дивись ексклюзивно на 1+1 та на 1+1 відео. Дивись голос країни ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.